Так, ну что, давайте отправляться в царство, да? Как оно правильно называется? Смрадное царство. До этого мы посетили полностью башню Незримого. Завалили там определенного какого-то инопланетного мини-босса. Правда, конечно, пришлось от него побегать, но ничего страшного. Такова игра. Надо этому иногда уделять должное внимание. Ну что, отправляемся. Можно чуть-чуть ботов пострелять. Да, уж плохо делать. Покачаться чуть-чуть, да? До 10 уровня еще долго. Да, если честно, качаться-то не шибко-то охота вот это тратить время. Давай, поехали. А что, так можно было, да? Да, у меня собачка тоже исполняет. До 10 уровня прокачать пса, это, конечно, надо постараться. Меня здесь хватило на 2 часа только до 6, когда я бегал, просто долбил этот уровень. Здесь прокачка совершенно по-другому сделана. Не как в первой. Что, получая опыт за каждого моба, вы получаете очко таланта. Здесь так не работает. Да и долби здесь, ой-ой-ой-ой-ой, сколько надо, чтобы дойти до этого уровня. Так, окей, Google. Башня Незримого мы здесь уже были полностью. Теперь отправляемся в Смрадное царство. Наш верный друг и соратник нам всегда поможет. Как прекрасно помните, мы назвали его Джерри Ли. Как-то интересно, то он бегает, вообще не тратит. О. То он тратит выносливость, то он и вообще не тратит. Да. Ну кто там? Да уж, плохо дело. Еще серьезно, что ли? Так можно было, да? Да ты, сука! Да ёб твою мать, блядь!
всякие мрази, сука, сверху поддакивают, блядь. Мне что-то нехорошо. Ты думаешь, мне прям хорошо, да? Так, где этот? Смрадное царство это. Да, блин. Ну и жесть. Так, вот это то самое место, которое мы до этого попробовали, но так и не прошли. Пойдем, Джерели. Попробуем еще раз пройти его. Опыт у нас уже имеется. Так, что у нас? Прокачка вообще долгая, прям просто жесть. Это я со второго уровня поднял до шестого. Я просто здесь долбил навык, и все. Что касается дальше, это вообще не знаю, сколько надо будет играть, чтобы дойти до 10 ранга. Поехали. Погнали, погнали. Да, модификатор, конечно, долго заряжается. Копейки лома тоже дают, не ахти прям, как много. Так, это то самое место, да? Угу. Погнали. Все бы ничего бы, но... Проблема у нас с дамагом, проблема с броней. При должном, так сказать, наезде противника мы вообще ничего не можем сделать. Нас просто втаптывают сразу же. Не знаю, как драться с этим мини-боссом очередным каким-нибудь. Это просто трэш. Ой, пошли вперед. Джерели. Че, лифт уехал, да? Сколько вот за них отдали? Да ни о чем вообще. Здесь, скорее всего, убрали, наверное, этот навык,
который был в первой части. Его, возможно, здесь вообще не будет. Как тогда, да? Качали мы знания старца, дополнительная прокачка с опытом. Кольцо бессознательности. Вот как туда попасть? Пока не ясно. Ну, у меня есть такой предмет, конечно. Но куда его вставить? Здесь просто все закрыто. И попасть туда никак. Стекло здесь явно не пробивается. Непонятно. Ну-ка. Теперь понятно, как туда попасть. Это вообще не то место, да? А нет, что-то там есть. Перенаправляющий трос. И что он дает? Данное кольцо. Дает щит прочь 5% максимального запаса здоровья на 5 секунд, когда вы расходовали 25 единиц выносливости. Ну, хоть какие-то плюшки и то дается. Пойдем, Джерели. Тут, пойдем, сейчас разобьемся. Да нет. Так, ну все-таки туда мы не попали, да? Вот так вот, ребята, это происходит, да? Здесь даже есть потайные места, которым стоит приглянуться. Тем интересней. Но как туда попасть, я так и до сих пор не понял. Вот от такой двери у меня есть ключ, но нету замка здесь. И как его открыть, я даже не знаю. Нет, ну это все шляпа. Значит, надо смотреть аккуратно под ноги. Ну давай, подходи. Пускай повеселится немного. Только что-то он стоит и тупит опять. Тебе же отдали приказ, давай, вперед. Джерри, что тормозим-то? Что ж мы так тормозим-то, Джерри Ли? Стандартные проблемы интеллекта, да? Да ладно ты, не скули.
Да, так. Вверх пока просто посмотреть. Класс! Это был наш старый знакомый. В этот раз мы ему отомстили за прошлую ошибку. Да, Джирели? Давай спускаться. Вверх мы посмотрели. Что у нас с навыком-то? Так и до сих пор качается еще. Ну, чуть-чуть осталось, да? 1000 для счастья. Так, а как нам стоит пойти по нижнему этажу-то? Можно пройти вот это вот и вернуться обратно. Пойдем. Что, патроны? Да началось, блин. Патроны опять у тебя кончились, да? Что на собаку агресса. Нам меньше проблем. Так. Если посмотреть здесь. Вот и 7-й ранг подоспел. Идем. Плохо дело.
Хорошо пристроился, да? Сверху так атакует. Пса безобидного. Так, ну здесь мы все прочесали. Пошли обратно, Джерри. Молодец. Лучший просто. Так, здесь-то мы были, да? Хотя что-то забыли еще. А, ну и все тогда. Что тут ловить-то? Пошли. Что тебе надо, а? Я понял. Неплохо, когда есть огонь, да? Так, патроны. Хотя смысл какой-то этих патронов, когда у нас есть контрольная точка. И мы уже выходим отсюда. Надо все так четко просматривать, потому что могут быть какие-нибудь секретные места. Потайные. Например, каких-нибудь плюшек. Но как в ту комнату попасть, я так и не понял. И кто это такой? Здравствуйте. Как вас зовут? Я все понял, да-да-да. Мерзость какая-то, да? Да ладно, ладно, ты успокойся, сука, слон, блин. Ты будешь, что ли? Куда ты делся-то? А, ты своих кентов позвал? Все плохо. Нормально все. Пробежаться чуть-чуть надо. Еще заряжал бы быстрее бы, блять, было бы неплохо, то как тормоз, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, собака тащит, молодец, блин. Вот там спрятался, пять своих. Понятно.
Блять, как ты долго заряжаешь? Ты чё, под конец обосрался с зарядкой, что ли, блять? Чёрт! Тормоз, блядь. Просто, блядь, как беременный заряжаешь, блядь. Можно как-нибудь поактивнее себя вести. Давай. Ты мразь, блядь. Да иди ты в очко, сука. Ты прав, бро. Мутировавшая опухоль. Ну, что? Достаточно было все эпично. В смысле, а что, мне надо обратно вернуться? Я вроде хотел... сохраниться. Ну вот надо сейчас посмотреть. Открыть очки класса, да, и таланта. 15 тысяч. То есть это, чтобы мне добиться 10 ранга моего пса, мне надо еще 1045. Это минимум, чтобы дойти. Но это вряд ли. Да, тяжеловато, конечно. Не, ну, если понять механику, это все, конечно, просто. Но собака реально спасает. Она на него просто агрится, и он тоже на нее старается внимание, да, свое уделять. И поэтому нам попроще с этим. Ну, с другой стороны, мы и не дамагер. Пока что жесткий. Так, ладно, что, убираться надо отсюда? Прошли мы очередную еще локацию. Получается, мы две локации сделали. Это Смрадное царство. И что у нас получается? Бездна еще была, да? Как она там правильно называлась-то? Надо посмотреть сейчас. И у нас остается третья, да, локация. Это Забытая тюрьма. Скорее всего, там и находится наш объект. Куда мы должны отправиться и найти его. Ну вот если убрать 4 моих навыка, то что я прокачал до того, как просто начать определенные прохождения данной миссии, то по факту был бы у нас всего лишь 3 уровень кинолога. А так 7 хоть. Ну да, если разобраться, то по факту, да, нам надо идти в Забытую тюрьму. Да мы сейчас где? Да фиг его знает, Дима, вообще. Где-то же мы вышли. Хранилище бесконечности называется. Правильно. Совершенно что, другая карта? Ну давайте здесь походим, посмотрим. Вроде никого пока не видно, да? Хотя можно вернуться обратно. Так, можно пошариться, пофармить опыт. Может быть, что-нибудь еще найдем.
какой радости-то? Не понял. А в чем прикол-то тогда? А почему сюда не можем пойти? Что-то какие-то карты странные, блин. А, кенты мои стоят. Так, к бою! Откуда у вас понабежало-то столько? Ну, я даже не знаю. Меня не видит, что ли? Или он просто так тупит? Да иди ты нахрен, блин. Ну давай, шевели поршнями, блин. Что-то вас больно много, прям. В основном одни роботы. Да уж плохо дело. Да что такое-то, сука? На. Вот, спасибо. Да медленно все соображает, он вообще прям как беременный. Вот как вот начинаешь, вот просто вот. Ни ловкости, ни скорострельности, ни хера нету, блин. Этот. Так, хранилище бесконечности. Это что у нас здесь? Смрадное царство, да? Это обратно, если мы пойдем. Давайте вон туда дойдем. Еще бы видно было бы. Понятно, давай. О. Давай, давай, где ты там? Ёп. Ой, блин. Чё это у нас такое, фолиант? Отлично. Не знаю, смысла и было сюда запрыгнуть вообще. Понятно. Ну да, смысл, конечно, был. Два железа это не совсем уж прям. Но хоть что-то. Короче, надо чесать обратно в запретную тюрьму. Бить что-то карта прям какая-то здоровенная. Там какой-то проход. Но знать бы, что он из себя представляет еще. То пока не ясно.
Что это у нас за дверь? Что она показывает? Вопрос. Вопрос, значит, пойдем в другое место. Это что, реактор? Такая здоровая карта. Ничего в ней нет. Слово совсем. Блин, и обижать нельзя, да? Ну, конечно же, блин. Я понимаю, красная зона была бы, да? Ты там не можешь это... пробежать там все такое. Что за херня-то, а? Кто же мне? Кто там? Его бы еще видно было бы, да? Он просто какой-то реактор, в который можно спуститься сейчас и посмотреть. Да? Это вся карта такая, что ли? Ну ни о чем на это, тут вообще ничего нет. Единственное, что вот эта дверь какая-то непонятная. Ну, давайте тогда спустимся. Может, что-нибудь для себя полезное тут найдем. Он уже какая-то другая херня, блин. Быстро атакует. Лифт. Здесь что? Лестница, понятно. Это все? Хм. А тут тоже ни хрена нету. Тихо! Блин. Да нет, что-то есть. Лом. Ну хоть что-то. Немного, конечно. Немного, конечно, но пойдет. Поехали обратно. Надо уходить, короче, отсюда. Нечего нам тут с тобой делать больше. Возвращаться надо. Ты откуда здесь взялся-то вообще? Так, короче, валим обратно. Здесь все понятно. Так, 6 очков талантов. Вот если так разобраться, смотрим экспертное знание. Установление умений, ну, возможно, его можно будет потом прокачать. Но пока перспектив я в нем не вижу вообще. Дух. Это что, зарядка модулей? Ну, пока, наверное, самое оптимальное это только стойкость и бодрость. Родство... Хотя, правильно, родство качается постепенно с собачкой, поэтому в него вкладываться смысла нет. Ладно, это все пока так себе.
Разберемся потом. Да блин, ну конечно. Ну почему нельзя там пробежать-то? Ну там же вон открыта вся карта. Ну почему, блядь, нельзя тут пройти-то? Тут же мне, блин. Клоуны, блин. Тоже делают, да? Ну вот карта, вот она вся открыта, но почему-то здесь нельзя так пройти, да? Ну хрен с вами, что я могу сделать? Нет, так нет. Давайте валить отсюда. Да в курсе про эти очки талантов, отстаньте от меня. У меня пока другой вообще. Хранилище бесконечности, вот оно так. Это мы здесь. Забытая тюрьма. Разлом бездны. Здесь мы не были. Подожди. Башня незримого это было, по-моему, да? Штырь вознесения это там, где стоит основатель. Но основная задача горит именно здесь. Подожди. В забытой тюрьме мы разве были? Мы же, по-моему, тут... А, да, мы же оттуда пришли, по-моему. Вроде как. Ну да, все правильно, мы отсюда пришли. Давай посмотрим теперь еще раз, какие у нас локации остались. Здесь мы были, разлом бездны. Надо все проверить. Если остается только эта одна локация, тогда можно просто пойти пофармить опыт. Час убить. На это все. Ну все правильно, отсюда мы начали. Смрадное царство мы были, да? Башня незримого. Ну, все правильно. Можно тогда просто потратить тупо время. Чуть-чуть побегать, постреляться. Одного здесь не дают. Полтинник, наверное. Может, и того меньше. Сколько нам надо хотя бы до 8 класса? 11 тысяч, это жесть, конечно. Не. Такой прикол нам не нужен. Тогда пойдем просто до туда дойдем, сохранимся и все.
В следующем видосе будем уже отправляться. Ой. Конечно, дамаг хорошо влетает. Единственное наше преимущество, когда в спину стреляешь кому-нибудь, тогда нормально заходит. Да, толпой-то вы знатно атакуете. Толпой вы знатно атакуете. Можно было и не активировать, да? Так что башню незримого мы посмотрели. Смарадное царство только что были. Забытая тюрьма, откуда мы пришли. Ну что? В плане класса, конечно, постепенно мы дойдем до 10 ранга. Я думаю, что если захотеть, конечно, можно потратить свое драгоценное время. Часа 2, то и больше просто... долбить этот класс, и к концу, даже несмотря на то, что мы пройдем первого нашего босса, да, с которым мы должны будем познакомиться очень скоро, мы можем спокойно найти 10 себе ранг, да, здесь. Но времени на это тратить, это даже больше получается времени, чем мы потратили в первой части, когда долбили таланта. Еще начинал это делать на песках забытых. Здесь просто каждый ваш новый класс, он повышает вам опыт, который нужен. Но очки талантов за это не дают вообще. То есть очки таланта зарабатываются вообще по другой схеме. У нас пока их 6 штук, я даже тратить их не хочу. Потому что, в принципе, ничего существенного мне не прибавит. Я бы лучше бы, если получилось бы, как в первой части, там знание старца было, да? Я бы просто влепил бы эти 6 очков хотя бы туда, чтобы у меня прокачка шла быстрее. Вот так вот, ребят. Эта система и работает. Ладно, что, пойдем отдыхать возле красного камня, и все на этом. По факту, если сейчас вот посмотреть, нам нужно всего лишь в одно место. А именно хранилище бесконечности. То есть мы прошли уже 5 мест. И все. Ну что, дорогие друзья,
Ставьте лайкосы, комменты, подписывайтесь, спрашивайте, если что, даже подсказывайте. Всем, ребята, удачи, увидимся.